Привет, меня зовут Влада Казачищи. В сегодняшнем видео я хочу показать тебе свой повседневный макияж всего лишь за 2 минуты. Это будет такого рода челлендж для меня, и для того, чтобы я тебя не обманывала, я даже засеку время, не буду ускорять или обрезать это видео, и с тем макияжем, который у меня получится по итогу, я сниму окончательный свой результат. Так что я предлагаю не затягивать и поехали! Ну что ж, время пошло, и для начала беру тональный крем и, нарушая все законы визажа и макияжа, размазываю его руками. Ну а что, я все-таки опаздываю, у меня есть 2 минуты, мне нет другого выхода. Я не советую повторять мой опыт у себя дома, особенно с местами под глазами, так как это супер тонкая кожа, которую вы можете таким образом очень сильно повредить, но раз в столетие, ладно, можно. Дальше я беру бронзер и хайлайтер, и я также не буду скрывать тот факт, что я пользуюсь одной кисточкой, когда наношу бронзер, хайлайтер и румяна в повседневной своей жизни. Да, так гораздо быстрее, и таким образом все слои сливаются воедино, и получается красивая картинка без отдельных линий. Дальше прохожусь тенями, первыми попавшимися тенями, конечно же, по глазам, для того, чтобы хоть был какой-то цвет у моих глаз. И мне кажется, я выбрала довольно-таки хороший оттенок. Где моя помада? Она потерялась, я ее выкладывала специально, нет. Легче всего прокрасить брови, когда ты спешишь, тенями для бровей, ну или как в моем случае, пудрой для бровей. Очень крутая штука, которая помогает прокрашивать именно волоски, без какого-то точечного конкретного следа от использования данного продукта. Где же моя помада? Где моя помада? Я на месте. Время еще идет. Ни для кого не секрет, что быстрее всего накрасить губы можно блеском для губ. Даже есть время на тени. Тени, тени, тени. Все. В общем, вот что у меня получилось, и мне кажется, это довольно-таки годный результат, как для 2 минут, поэтому, в принципе, с таким макияжем я бы даже вышла на улицу. И ничего страшного, если я не успела накрасить ресницы или там, не знаю, что-нибудь, что я еще забыла сделать. Мне кажется, что и так оно выглядит довольно-таки хорошо, так что советую вам, если вы куда-то спешите, размазывайте тональник по лицу не кисточкой, а руками, это гораздо быстрее. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, так что если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и я буду радовать вас такими штуками гораздо чаще. Спасибо большое за просмотр. Фух. Пока!